Всем привет, ребят! И мы сегодня будем делать детское мыло, фигурное. Оставайтесь со мной, будет очень интересно. Вот это! Смотрите на нее, какая она красивая. Можно сделать тут божью коровку, цветочек, коровку саму, ребенка. Бабочку, сердечко, розочку, эту, как ее. Мыло нам нужно, чтобы мыть руки, чтобы они были чистые. Здесь есть краситель. Пищевой краситель. Оранжевый. Так оранжевый есть? Нет, есть еще один. Красный. Есть еще несколько красителей из разных цветов. Персик — это ароматизатор пищевой, это чтобы мыло пахло. И формочки. Вот такие блесточки. Ну, чтобы мыло было сбросить. И мыло. А, тут еще есть. Все, я рассортировала. Давай инструкцию будем читать, как его делать. А, инструкция должна быть тут. Вначале надо это все вытащить. Вот. Есть основа для создания мыла. Набор разноцветных глицериновых блесток. Да. Есть блестки? Да. Это набор? Надо один, над ней блестки, больше нет. Блистерная форма. Что там еще есть? Сердечки, бабочки, цветочки. И вот такие. Четыре ароматизатора. Клубника, персик, лимон и яблоко. И четыре красителя. Зеленый, красный, оранжевый и желтый. Открываем и идем натирать. Резать, натирать на терочку. Мыльную стружку делать. А ну понюхай, оно есть какой-то запах там? Нет. Никакого запаха нет. Просто без запаха. Ну, хорошо у нас получилось. Сейчас мы ее расплавим. Посмотрим, что у нас получится. Начнет нагреваться. И начнется плавиться мыло. Ребята, если вы будете делать такое мыло, обязательно просите помощи своих родителей, потому что здесь надо его растопить, расплавить. Вот так оно расплавляется, еще чуть-чуть осталось. Бабочка. Бабочка. Мишка. Теперь надо ждать 15-30 минут. Немножко застыло. Вот такое оно получается. Оранжевенько. Не выливается? Нет. Красиво. Желтый мишка такой красивый, бабочка, красная божья коровка. И что еще? С другой стороны. Звездочка, львенок. Очень красиво. Наше мыло готово. Мы уже вытащили наше мыло.
клей из формочки. Вот оно получилось такое. Вот такое красивое мыло. А пахнет? Без запаха не получилось. Пахнет яблочком, что-то яблочком, что-то персиком, бабочка, вот такая, смотри, какая розочка у нас получилась. Мы еще ракушки, вот такой блесточки, еще так видны блесточки. Ракушка у нас какими-то капельками. Вот такое у меня мыло получилось. Ну что, всем пока и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока и ставьте лайки. Пока-пока.